Прогулочная коляска Pepe Latina с автоматической системой складывания подойдет для активных родителей, которые всегда в движении. Коляска легкая и маневренная, вес 7,9 кг с большими колесами и амортизацией на всех четырех колесах. Модель Latina компактно складывается с автоматической системой складывания тканью вовнутрь, занимает очень мало места в багажнике и для хранения. Поговорим про особенности. Механическая регулировка спинки в трех положениях. Максимальная нагрузка на коляску 22 кг. Капюшон куполообразной формы с дополнительной секцией и глубоким козырьком. Смотровое окошко со вставкой из силикона на магнитах. Большая секция проветривания в капоре. Дополнительный кармашек для мелочей. Наклон спинки в лежачем положении 175 градусов. В поднятом 110. Пятиточные ремни безопасности с мягкими накладками, которые регулируются по высоте, а также перемычка между ножек, которая фиксируется к бамперу. Бампер из эко-кожи с гибким суставом, его можно откинуть с любой стороны, не снимая целиком. Ручка из приятной на ощупь эко-кожи округлой формы для удобного хвата. Подножка из эко-кожи имеет два угла наклона, а также клавишу для регулировки. Ткань защищает от ультрафиолета и не промокает. Простое крепление накидки на раму. Молния посередине позволяет удобно достать ребенка из коляски, не снимая ее целиком. Вместительная корзина для покупок с расширением вместимостью до 5 кг. Большие прорезиненные колеса, а передние колеса расположены широко, что при движении не цепляют друг друга. Пружинная амортизация на передних и на задних колесах. Комплектация: подстаканник, москитная сетка и накидка на ножке. Ширина сидения 34 см, глубина 23 см, высота спинки 47. Размер спального места 87 см. Высота ручки 102 см. Размеры задних колес 21 см. Передние 18. Ширина колесной базы 50 см. Размеры в сложенном виде 24 на 61 на 50 см. Это был полный обзор прогулочной коляски Pepe Latina. Спасибо за просмотр!